На российских заправках снова дорожает топливо, об этом пишет газета «Ведомости». Так, например, в Москве за последнюю неделю дизельное топливо подорожало на 15 копеек. Чуть меньше выросла цена на 92-й и 95-й марки бензина. Для сравнения, в предыдущие 4 недели топливо подорожало в основном на 1 копейку в неделю, максимум на 5 копеек. Всего специалисты мониторят цены 12 сетей АЗС. Стоимость увеличилась на большинстве заправочных станций. Причина повышения цены в уменьшении объемов предложения бензина на рынке и в росте акцизов.